Коллеги, рядом со мной Вячеслав Придыбайло, компания «Эватор». Здравствуйте. Добрый день. Вы были спикером сегодняшней деловой сессии. Давайте подробнее о ней. Да, сегодня выдалась честь выступить на сессии по электронному документообороту, как меняются тренды в малом бизнесе, как меняются тренды в крупном бизнесе, что говорит регулятор и автоматизация. То есть, что мы имеем на сегодняшний день в этой сфере. И что же предлагает компания «Эватор» эволюция торговли для всех участников рынка? Да, совершенно верно. Эволюция торговли – это мы, да, компания «Эватор». Мы предлагаем решения для малого бизнеса, когда они могут, ну, как мы это называем, автоматизировать 360 градусов вокруг себя. В частности, сегодня рассказывали, как электронный документооборот меняет этот бизнес, в чем помогает в разрезе кассовой техники, в разрезе программного обеспечения, учетного, электронного документооборота для обмена со всеми госсистемами, которые у нас есть, ну и необходимы в малом бизнесе, такие как система маркировки, система ЕГИС и так далее. Система отчетности, конечно же, которые, ну, нужны всем, либо большинству предпринимателей. Расскажите еще подробнее о компании, кто ваши партнеры, какие интересные варианты вы можете им предложить, может быть, какие-то вот ваш флагман. Компания вышла на рынок в 2016 году, как раз летом, через там... Скоро у нас день рождения, да, совсем через пару дней. Соответственно, мы предлагаем, во-первых, линейку смарт-терминалов, продаем через дистрибьюторскую сеть по всей стране, есть варианты заказать онлайн прямо на сайте. У нас линейка смарт-терминалов, терминалы с эквайрингом, то есть когда не нужно ставить отдельное дополнительное устройство. И в этом году у нас вышло одно из флагманских решений, фискальный регистратор с экраном. Мы называем, ну, этот продукт называется «Эватор Пауэр». Вот, соответственно, он уже для среднего и крупного сегмента бизнеса, ну, для того, чтобы быстро, удобно, надежно автоматизировать торговые предприятия. Автоматизация – наше все. Скажите, как быстро мы уйдем от печатных чеков, как быстро мы уйдем от использования бумаги полностью в онлайн, чтобы биты переписывались, перезаписывались бесконечное количество раз, сохраняя природу? Да, хороший вопрос. Можно уйти уже сейчас, если есть желание, да, то есть в решении можно, ну, по сути, ввести настройку, нажать одну кнопку, и можно чеки уже покупателям отправлять либо по номеру телефона в виде смс-сообщения, либо на электронную почту. Ну, кстати, интересная статистика, то есть за май мы посчитали, сколько наши предприниматели, у которых кассы «Эватор», сэкономили на чеках, спасли 93 дерева, вот. Такая статистика на май. Это только на май. Спасибо вам большое и пожелаем вам удачи в вашей работе. Да, спасибо большое. Хорошего вечера. До свидания.